Ни для кого не секрет, что на детское Евровидение от Казахстана в этом году едет Данелия Тулешева. Причем впервые за 15-летнюю историю существования песенного состязания Казахстан примет в нем участие. Церемония открытия состоится 19 ноября. И там же прямо на сцене пройдет жеребьевка, по результатам которой станет понятно, какой по счету выступит наша соотечественница. Отметим, что на конкурсе Данелия исполнит песню под названием «Өзіне сен». Ну а сам конкурс пройдет 25 ноября в Минске. И теперь немного о том, как именно казахстанцы могут поддержать свою талантливую землячку. Как известно, победитель Евровидения определяется посредством голосования, и детская версия известного конкурса не исключение. Поэтому все, что нужно сделать, это, вы угадали, проголосовать. Сделать это можно в период с 23 по 25 ноября на официальном сайте конкурса.